Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так-с, ежедневные задания. Нанесите 20 единиц урона героям ночным колпаком. Заполните все линии зомби. И нанесите 20 единиц урона героям ржавым разрядом. Угу. Так, ну что, нам, значит, нужно сыграть за колпака. Так, подожди. О! Он как раз уже стоит на стреме и ждет. Так, 20 единиц урона. Значит, не обязательно выиграть, просто... Ох, ё-моё. Просто нужно выиграть, попытаться. Угу. Но, в принципе, пойдет. Ну, давай, начнем, наверное, потихонечку. Угу. Он ставит ландшафт. Интересно. Кто же там у него может быть, а? Мне интересно очень знать. Давай посмотрим. Так. О, как, значит, да? Угу. Можно выкинуть его, кстати. Если мы захотим, его можно выкинуть. Так, неужели он на пиратах, а? Собирается играть. Мне что-то подсказывает, что именно так это все и будет происходить. Угу. Вот что у него. Окей. Так, ну что же, поехали, ребята. Начнем. Начнем потихонечку, да? Так. Так. Окей. Ну что он там придумает? Я не знаю, ребята. Кровожадность он может, конечно, поставить. Ну и все. Он так и делает. Сейчас посмотрим, что он будет делать дальше. Так, менять здесь на надгробие. Абсолютно меня это не интересует. Это тоже ерунда. И это тоже ерунда. Ну что, ребята? Так. Ага, так. Ах ты, жук ты несчастный. Ну, двух амфибий уставляет. Это, в принципе, ничего страшного, ребят. Угу. Такс, дай подумать хорошечно, что нам сделать. Мы можем двоих этих выставить, да? А дальше-то что? Ну, этого мы выкидываем. Такс, а дальше-то как бы нам сделать лучше? Наверное, сделаем. Вот так. Спрячет. Ладно, давай, спрятал. Поехали. Угу. Хорош. Так, и так. Итого у него остается 2 единички хп. Как мы с тобой делаем? Делаем мы с тобой следующим образом. Так. И... поехали. Ну что залагало там?
До свидания, короче. Вот и все. Ну, как всегда, у нас грибок чемпион. Так, ну теперь будет сложнее. Нам нужно нанести 20 единиц урона ржавым разрядом и, ко всему прочему, заполнить все линии зомби. Что не так-то легко и сделать. Ржавый разряд, ты где у меня? Вот он. Это у меня спорт-колода, по-моему, если не ошибаюсь. Спорт-колода. Ну, давай попробуем. Насколько я помню, последний раз, когда мы играли с тобой, у нас ничего такого не получалось. Разносили нас в пух и прах. Твою наливак. Тем более здесь вспышка на солнце. Ну, поехали. Посмотрим. На чем мы там начнем? На тыквах, наверное, как всегда, да? Ну, есть там колода такая, у вспышки на солнце, на тыквах, ягодах и... еще там на чем-то, я же не помню. Так, ну, он делает вот что. Давай так сделаем. Посмотрим. Ну, как ты понимаешь, у меня первого хода нету. Отлично. Этому банану здесь не будет места. Такс. Ну давай я сделаю таким вот образом. Хорошая, кстати, карта нам выпала здесь. Ну вот, видишь? Ягодка. Так, мы ее убрали. Хм, ягодный микс, что ли? Слушай, очень интересно. Так, лаву. Лаву он поставил. Окей, поехали. Так, этот чувачок нам пригодится. Ага. Ничего у него не осталось, я так понимаю, да? Дай банан опять свой ставит. В расход банан, ребят, в расход. Ну, минус два сделаешь-то. А, вот как он. Так, допустим. Так, сейчас мы немножечко прокачаемся. Посмотрим, что он будет здесь делать. Жалко, конечно, что мы не заполним с тобой всю, все вот эти вот полоски с зомбарями, не получится у нас. А для чего, интересно, ему нужны были бананы? Что он там хотел сделать? Для меня вот это вот непонятно пока. Восстановил себе здоровье. Угу. Поехали. Так, так. Ах ты, жук, ты несчастный, а. Ну давай уничтожай вот этого. А, вот сюда вот он решил. Ну, как скажешь. Так, я пропускаю ход.
Хей, сдался чувак. Чувак просто сдался. Ну что, ржавый разряд, слава богу, здесь нас не подвел. Подожди, заполните все линии зомби. А, значит, вода не считается как линия, да? Вода считается только... Все, я понял. Так, а вот 20 единиц урона мы так и не нанесли с тобой, получается. Значит, надо пытаться еще раз. Ну, в этот раз у нас очень хорошо, ребята, ну, как говорится, легли карты, да? То есть все как бы удачно получилось. С Бунгчой... Ну, с Бунгчой будет, наверное, сложновато. Причем я... Приблизительно догадываюсь, какая у него тут будет колода. А, на чем она будет здесь основана? Посмотрим, прав я или нет. Чеснок. Так. А вот это уже интересно. Чеснок, значит, он хочет его прокачать, так? Он чеснок, скорее всего, будет прокачивать, друзья. Давай посмотрим. Так, слушай, вот это уже интересно. Переносит. Ну да, что-то здесь не то. Угу. Эту пока трогать не будем, барышню, да? Блин, а у меня ландшафт-то есть? Есть ли у меня ландшафт? Стоит ли трогать или нет пока? Думаю, пока не стоит, наверное, да? Или стоит? Пока не буду. Еще один чеснок. Вот это уже интересно. Два чеснока. Что же ты хочешь с ними сделать-то, а? Ну, допустим. Очень, ребята, интересно. Хм. Поехали. Так, ну что, сейчас ставим с тобой эту. Да, что же тут такое у нас будет, а? Так, он берет здесь неуязвимость. Ага, все, я его понял. Ну что, ребята, сдуваем тогда всех их. На следующем ходу я их всех сдуваю. Давай поставим вот так вот. Что он сейчас делает, а? Но он может прокачивать. Я понял, зачем ему нужны были эти чесноки и тому подобное. Чтобы вот этот их прокачивал. Короче, игра через крахмал. Так. И кого ты дальше? Так, а он будет их прокачивать? Нет. Тогда до свидания все.
ты жук. Ладно, фиг с ним. Поехали. Ауч. Ну что, там 2 единицы по земле или бонусную атаку? Бонусную атаку делает. Окей. Тайдари-та-ти-да-тайс. Посмотрим. Так, мороженка. Поехали. Ну, мороженка ему не поможет. Так, поехали. Так, 5 в лицо, и еще 5 и останется у него 5 хп. 5 хп, друзья мои, 5. Посмотрим. Угу. Наивно, наивно. Наивно полагать, друзья мои. Поехали. Наивно полагать. Все. Ну, вот вам и результат. Молодец, ржавый разряд. Сегодня ты был, как всегда, великолепен. Очень хорошо у тебя получилось сегодня поиграть, порадовать меня, порадовать наших зрителей. Я надеюсь, друзья, вам тоже понравилась сегодняшняя коротенькая наша битва, но зато продуктивная. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.